Привет, а у меня тут вот такая вот качель. Это качель, в детстве у меня около школы была такая качель. Вот она. И мы качались. Называется тарзанка, да, вроде бы. Так вот прошло мое детство. В нем не было никакого интернета. И телевизор, кстати, еще черно-белый был, я помню. Я хочу поговорить, немножко рассказать про... Наверное, буду иногда записывать про каких-то блогеров. Что-нибудь, не знаю. Ну, например, буквально пару слов, да. Я поняла, что я могу записывать не очень длинные видео. Вот, чтобы психика не истощалась. Сейчас вот дети рядом были. Вот, я потом с ними поговорила, они там пляж себе сделали. Говорят, только солнца не хватает. Я говорю, ой, да хватит на сегодня солнца. Вот, и Инна Судакова. В общем, просто расскажу, что знаю об этом блогере. Раньше Инна Судакова носила челку. Я это заметила, помню. Вот. И не очень шла эта челка. Сейчас она ее отрастила уже давно и не носит. И какие-то более короткие волосы, прическа более короткая была, когда она жила в своем Каменск-Уральске. Инна работала в... Ну, в общем, я знаю название, но не буду, наверное, говорить. В общем, курьерская служба, назову это так, на приеме за стойкой, или как это сказать, я не знаю, в общем. Вот. В общем, первые ролики Инны, ну, какие-то одни из первых, первый, второй год, они очень смешные. И действительно, просто вот хочу из ничего, да. Ну, действительно, очень смешно где-то смотреть, как Инна что-то рассказывает. Часто Инна снимала ролики со своего балкона, вот, пила там чай, например, и что-то рассказывала, снимала со своего балкона. У нее есть видео, там, где она рассказывает там о себе, вот. И я так понимаю, что, в общем, Инна всегда хотела жить в Турции, и она увлекается турецкими сериалами, сейчас их смотрит, вот, и, в общем, ей это удалось, сейчас она живет в Турции. Угу. Хорошо. Веселушка, хохотушка, вот, Инна часто любит хвалить себя, такие самоаффирмации, но я считаю, что это хорошо. Еще вот я заметила черту, да, такую очень интересную, у Инны всегда чисто в квартире, вот, то есть всегда поддерживает чистоту, нет никаких лишних вещей, всего очень по минимуму. В общем, это мой первый ролик о блогере. Вот, поэтому, наверное, я его сделаю короткий, ну, как-то так. А, еще Инна дружит с блогером Артемом. Вот, и изначально у них было, ну, как это сказать, знаете, когда блогер появляется у другого блогера, чтобы набрать 1000 подписчиков, просмотры, вот, ну, как, в общем... Вот такая договоренность была у них. Ну, на самом деле, они действительно дружат, снимают совместные ролики, когда Артём приезжает в Турцию. Вот. Ну, вот.